Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор с вами на вот такую вот печеньку «Золотая симфония» от Кухмастер. Покупала я его в Пятерочке по акции за 35 рублей. Так, у нас печенье сдобное, премиум. Паста, короче, чего-то там премиум. До 21 года даже. Так, и давайте посмотрим состав. Да, кстати, здесь 230 грамм. Кому интересен состав, нажмите стоп и прочитайте. Да, тут, кстати, на разных языках и даже на китайском языке, что, честно говоря, мне даже удивительно. Прям такие иероглифы, так необычно. Неужели это печенье даже продается в Китае? А кто был в Китае, напишите. Видели вы такое печенье там или нет? И давайте ее откроем и посмотрим, что же у нас там внутри. Так, ну почти похоже, да? Только здесь вот она прям такая большая, и посередине у нее большая дырочка. То здесь, конечно, даже дырочка гораздо меньше. Хотя нет, по размеру кажется такой же. Такая она прям тоненькая. Ну и пахнет такая, так ароматненько пахнет. Так, здесь у нас их сколько, сейчас посмотрим, сколько штук. 2, 3, по 4 штуки, значит, их. 2, тут 4, там 4. По 4 штучки лежат. Ну хорошо, хоть везде по 4, а то могли и положить здесь 4, тут 3, тут 8. Ну там не 8, тоже 4. Как-то было бы странно. Так, в принципе, она не особо отличается от того, что нарисовано на этикетке. Хотя все равно, мне кажется, она более тонкая. Здесь как-то все-таки, мне кажется, она пообъемнее, как будто побольше. Здесь просто такая тоненькая. И, конечно, я когда-то давно их ела уже. Мне кажется, они были побольше. Не знаю, может, мне, конечно, кажется. Напишите в комментариях, кто ее пробовал, допустим, год-полтора назад. Были они такие же тонкие или нет? Потому что, мне кажется, что-то они были потолще немножко. Ну, выглядят они как обычные печеньки. Ломаются очень легко. И давайте попробуем. Как же они у нас, какие же они у нас на вкус? Песочное печенье. Нежное, рассыпчатое, нежно-сладкие. Прям, знаете, не приторные, вот чуточку совсем сладкие, но они прям рассыпчатые, мягкие такие. Блин, они бесподобны, просто бесподобны. Прям вот, знаете, начинаете жевать, и она распадается, как, знаете, песочная башня на мелкие-мелкие кусочки. Не просто там какие-то крупные, как бывает, вот там печенье жуешь,
а просто на мелкие. Такое впечатление, знаете, вот как будто эту печеньку как будто вот внутри рассыпчатая, а сверху как будто ее лаком покрыли, и вы этот лак ломаете, и она у вас как будто вот сейчас вот в руках, знаете, просто так пших и рассыпется. Не знаю, ну просто обалденно. И по вкусу такое именно песочное печенье. Очень вкусное, очень такое ароматное. Аромат именно вот песочного печенья. Очень, очень вкусно. Давайте попробуем второй раз. Сейчас я со второго раза, может быть, еще что-нибудь такое почувствую. Что-нибудь такое ароматное. Пробуем. Оно нежно-сладкое, ароматное, вкусное. Не зря она называется «Золотая симфония». Именно вот это вот слово «золотая». Потому что, блин, оно, знаете, как можно еще туда слово подписать «люкс», что-нибудь такое. Потому что, блин, оно реально вкусное. Его можно купить, подарить, положить на стол. Кто-нибудь его там попробует. Но, опять же, любители песочного печенья, потому что не все любят. То именно вот любители, они удивятся. Это вкусно. И, конечно же, хочется еще и еще одну, вторую, третью, как вот, как чипсы вы видите друг за дружкой. Вот точно так же. Вот хочется снова, снова и снова. Такое печенье подарить не стыдно. Во-первых, упаковка красивая, но и, ну, как бы, да, и внутри оно, в принципе, соответствует. Хотя здесь, мне кажется, все равно все-таки она пообъемней, побольше, чем вот это. Ну, в принципе, все равно они довольно похожи, и печенье выглядит довольно-таки очень хорошо и красиво. То есть, ну, не абы какое, как бы я видела. Уже очень много сделала обзоров, и мне попадались печенья ужасно некрасивые, которые не соответствуют тому виду, который есть на упаковке. Вот. Такой у нас с вами получился обзор. Они невероятно просто вкусные, просто обалденные. А сейчас я закончу этот обзор и, наверное, скорее всего, съем всю пачку. Хотя, конечно, у меня уже такой час ночи. Но, наверное, я съем ее. Потому что остановиться просто невозможно. Еще, кстати, мне почему-то захотелось полить ее сверху шоколадом. Мне кажется, это будет вкусно, что-то необычное. На сегодня это все. Обязательно напишите свои отзывы в комментариях. Или оставьте комментарий о моем ролике, понравился он вам или нет. Обязательно ставьте лайки. И также смотрите наши другие ролики, также другие обзоры на продукты. Всякие шоколадки, печеньки из магазинов Fix Price, Светофор, Победа из обычных магазинов. На всякие консервы, обзоры. У меня на продукты очень много обзоров. И впереди у нас с вами еще очень-очень много. Мне очень интересна эта тема, пробовать. И я вижу, что вам нравится смотреть, что же внутри. Потому что за этой упаковкой, ну, реально не видно, что там на самом деле. А вот так вот взять, посмотреть обзорчик, и вы будете уже знать, стоит покупать это или не стоит. Сэкономит ваши денежки. Также у нас есть влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, развиваемся, занимаемся. Моему сыну 2 года и 9 месяцев. Также у нас на канале есть живопись, кулинария есть, где мы с вами делали подобные печеньки. Еще будет тоже очень много интересного. Также обзоры на технику, Bluetooth наушники, видеокамеры, штатив и куча-куча всего интересного. И также подписывайтесь. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока!